Придем кто-нибудь, придем, придем. Ангелина, я тебя слышу, где ты? Прием! Какой-то заброшенный дом. Спрячусь тут. Что ты тут делаешь? Вы должны переночевать в этом доме. Чего? Это же заброшка. Смотри. Там кто-то идет. Спрячемся. Смотрите. I wanted to escape for a while. Two weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had. Серёж, что делаешь? Кушаю. Все понятно. Снова фотки смотрел? Нет. Серёж, ну может быть ты пошел и погулял на улицу. Позвони друзьям. Не хочу. Сереж, но ты должен понять, что Ангелина теперь твой друг из прошлого. Да все равно мне на Ангелину. Да? Тогда почему ты хранишь эту рацию? Это папина рация, ты забыла? Так ты с ней не расстаешься. Я мальчик, мне нравятся всякие такие штуки. Ну-ну. А как же фото в телефоне? Телефон – это моя личная вещь. Перестань жить прошлым. Есть и другие друзья из нашего времени. Мне и без друзей нормально. Позвони Данилу и сходи с ним к папе на стройку. Не хочу, сам схожу. Ну и прекрасно, прогуляешься. Я подготовлю тебе документы, отнесешь папе. Окей, пойду переоденусь. Вот, смотри, это пакет документов, ты должен передать его папе. Хорошо, мам. Не сворачивай никуда, прошу тебя. Строители уже ждут эти документы. Хорошо, мам. Не переживай. Ну, супер, зай. Давай, пока, мам. Я в 200 метрах от места назначения. Не пойму. Кажется, отсюда вошел звук. Мама сказала, никуда не сворачивай. Меня уже там люди ждут. Пойду. Я только посмотрю, что это за звуки, и пойду к папе.
помогло, мам. Сережа, ты уже отдал документы? Да, мам, я уже почти пришел. Я тебя прошу, никуда не сворачивай, строители уже ждут. Окей, мам, я помню. Хорошо, давай, пока. Пока. Ничего же не случится, если я просто посмотрю. Ха, я так и знал, здесь никого нет, это мне послышалось. Ха, а я подумал, там Cartoon Cat в кустах. Что это было? Мне это послышалось? Помогите, папа, прием! Кто-нибудь, вы меня слышите? Не может быть, что я слышу! Кто-нибудь, помогите! Прием, прием! Ангелина? Этот голос мне послышался? Да ну, мне уже слышится всякая чушь! Ну вот, папа меня тут ждет, а я ерундой страдаю. Ангелина? Прием кто-нибудь, прием, прием. Ангелина, я тебя слышу, где ты? Прием! Меня слышит кто-то? Помогите, прием. Ангелина, прием, скажи, где ты? Cartoon Cat уже близко! Ангелина, прием! Где ты? Отзовись! Помогите, прием! Я же совсем забыл! Рация нерабочая! Как мне ее найти? Какой-то заброшенный дом. Спрячусь тут. Спрячусь там. Прием, прием, помогите кто-нибудь. Ангелина? Сережа, что ты тут делаешь? Сережа! Ангелина! Что ты здесь делаешь? Я со своими друзьями в разведку играла. Тут мои родители работают. Тут? В этом заброшенном здании? Почему заброшенное? Не поняла. Тут же только что были цветы. И стриженные газоны. Ангелин, ты снова в нашем времени. Не может быть. Скорее пошли в дом.
Что это? Мам, пусти меня! Ангелин, это заброшенное здание, как я понял. Сережа, Настя! Сереж! Настя! Сереж! Хватит шутить, это не смешно! Ангелин, что ты делаешь? Ищу брата и подругу. Но тут только я. Не могу поверить, что это опять происходит. Мама, мам, пусти меня! Мам, мам! Ангелина, тише! Почему? Ты слышишь? Кот мяучит? Тш-ш-ш, это Cartoon Cat. Cartoon... кто? Мультяшный кот! Я от него убегал и здесь спрятался! Ты что, убегал от кота? Не вижу ничего смешного. Это не просто кот. Он что, двухголовый? Странно, что он не идет сюда. Ну, может, не идет, потому что у нас есть в доме собака? Собака? Ну да, надо пробраться в дом, и я тебе все покажу. Как мы проберемся через вот эту решетку? Пошли, я знаю одну лазейку. Что тут произошло? Я же час назад тут была. Все было по-другому. Я думаю, что ты снова попала в наше время. Только как? И почему твой брат и подруга не перенеслись в будущее? Я не хочу это себе верить. Папа! Мам! Ангелин, их нет в этом доме. Посмотри, здесь лет 30 никого не было. Как я могла снова попасть в ваше время? Я же не ходила в лес и не видела зеленоголового. Может, это снова рация? Тогда я перенеслась в другое время из-за рации и сиреноголового. Но ведь сиреноголового рядом не было. Нет, не было. Мама? Подожди, не спеши так. Тут кроме моих родных никто не может ходить. Давай проверим. Тут никого нету. Нужно спуститься вниз. Ты серьезно? Ты будешь туда спускаться? А что тут такого? Внизу, наверное, Настя и Сережа. Они нас просто разыгрывают. Ангелин, подожди, у меня фонарик есть. Что это? Ты слышала? Да, это, наверное, собака наша. Стой! Это звук кота, а не собаки. Не придумывай. У нас нету кота. Либо это Грета, либо друзья захотели пошутить. Да, так моего кота зовут. Мне его бабушка пошила. Твой Толик? Это Cartoon Cat? Не стоит оскорблять
других людей. В наше время я бы не купила такую игрушку, а моя бабушка не художница. Да нет, я не хотела тебя обидеть. Просто твой Толик копия Cartoon Cat. Да что ты заладил с этим Cartoon Cat'ом? Cartoon Cat. Это просто плюшевый кот. А вот и не просто. Посмотри на его зубы. Они не похожи на зубы кота. Ну и что? Бабушка сказала, что он защитит меня от беды. Мы с Толиком с детства неразлучны. Как будто бы твоя бабушка что-то знала. Ничего она не знала. Пойдем лучше проверим в той комнате. А ты что, с Толиком пойдешь? Ну, если он тебе не нравится, я его могу тут оставить. Да уж, пожалуйста. Пошли. Ты слышала? Это, кажется, оттуда. Тут никого. Ангелин, давай лучше выбираться отсюда и звонить моей маме. Она поможет нам вернуть тебя домой. Этот звук шел оттуда. Подвал? Ты серьезно? Я не пойду туда. Это не подвал, это бильярдная. Сейчас это подвал, там уж точно нету людей. Да это Сергей и Настя решили пошутить. Это они там прячутся. Уверена, что не Cartoon Cat? Уверена. Какая она упертая. Не похоже, что тут вообще были люди. Не понимаю, что произошло. Я только что играла в разведку. И у нас по-прежнему был 92-й год. Но тут появился ты, и все снова пошло кувырком. Да никого тут нету. Подожди! Я точно видел, там был кот! Сережа! Не мог быть там кот. Вот, смотри. Бежим! Я же Толика забыла. Где ты его взяла? Там, где и положила, на ступеньках. Когда мы бежали, его там не было. Как этот кот появился на ступеньках? Вспомни, когда мы бежали, его там не было. Сереж, ты просто в панике не заметил его. Ну вот вспомни, ты его видела, когда бежала? Нет, но это ничего не доказывает. Ангелин, подумай. Ты в другом времени. Откуда тут мог взяться именно твой кот? Это 100% Толик. Его просто родители забыли. Подумай, Толик тут лежал 30 лет, а на вид он как новый. Да это же просто плюшевый кот. Чего ты пристал к нему? Я считаю, что мы должны избавиться от кота. Ни за что. Мне проще избавиться от тебя. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. Как мне вернуться домой, а, Толик? Ну все, нужно маме звонить.
Не понимаю, сеть есть, а со своего телефона я позвонить не могу. Попробую еще раз позвонить. Набранный вами номер не существует. Что? Как недействительно? Да что ж такое? Почему номер недоступен? Мультяшный кот. Как он может в реальной жизни быть? Ты помнишь Сиреноголового? Ага. Это тоже СКП. Они все из одной лаборатории. И чем они опасны? Все СКП опасны. Никого нету. А вдруг он где-то там прячется и ждет нас? Ты права, выходить опасно. Но и сидеть мы тоже тут не можем. Звони своей маме. Я пытался. И что она ответила? В том-то и дело, что я не могу ей позвонить. Говорит, что нет такого номера. Как это так может быть? Не знаю. Давай проберемся в ту комнату, через которую залезли. И спустимся по пожарной лестнице, так же, как и пришли. Давай, но только мне нужно забрать Толика. Стоп, а он не с тобой? Нет, он на раскладушке остался. Тебе не кажется странным, что Толик исчезает, а Cartoon Cat появляется? Толик не исчез. А вдруг там кот? Он не уйдет сам. Как же нам тогда выбраться? Какая-то СМС пришла. Не спускайтесь через окно. Какой-то друг из будущего. Не спускайтесь через окно. Не понял, кто это? Что? Кто-то пишет мне сообщение. Кто? Написано «друг из будущего». Это кто-то из твоих друзей? Не знаю, сейчас напишу, спрошу. Ты кто такой? Я Варя. Какая-то Варя. Я тебя знаю? Нет, не идите в комнату с открытым окном. Она говорит, что я ее не знаю и пишет, что нам нельзя идти в комнату с открытым окном. Кто она такая? Давай не будем ее слушать. Да, я за. Пошли скорее на выход. Никого, скорее на выход. Как нам теперь выйти? Он угадывает все наши действия. Снова смс-ка пришла. Я же говорила, не иди туда. Это снова Варя! Как она все знает? Она что, следит за нами? Может, в доме есть скрытые камеры?
камер нет. Смотри. Как она все знает? Откуда ты все знаешь? Я из будущего, я знаю все. Ничего себе! Как нам выбраться из этого здания? Подождите 5 минут и идите в разбитую комнату возле выхода. Ты видела, что она пишет? Давай попробуем. Зачем ты нам помогаешь? Так надо. Не забудьте забрать Толика. И видишь, я же говорила, что мой Толик не опасный. Ну пошли. Снова СМС. Что там? Это снова Варя. Толик в дальней комнате. Ага, хорошо. О! Толик со мной, пошли. Подожди, Ангелин. Как Толик мог очутиться в той же комнате, где и был Cartoon Cat? Ты же его оставляла тут. Не знаю. Что-то тут не так. Спешите. Спроси, что дальше? Что дальше? Оставьте кота в этой комнате и идите туда, куда я и сказала. Где логика? Возьмите кота, положите кота. Пошли скорей. Что дальше? Спрячьтесь в этой комнате. Что-то слишком тихо. Ага. Его нету. Спроси у Вари, что дальше. Что дальше? Идите вниз. Вниз? Это слишком рискованно. Там мало света. Идите вниз. Она настаивает. Откуда мы знаем, что она не заманивает нас в ловушку? Он точно там. Опасно туда идти. Тем более, что выхода там точно нету. Бежим в дальнюю комнату. Пока он там, мы выйдем. Согласен. Она снова прислала смс-ку. Не делайте этого. Да не слушай ты ее. Вот выход, пошли. Тут замок. Калитка закрыта. Что теперь делать? Что это? Я думал, что это мне послышалось. Кот уходит. Странно, мы ему уже не нужны? Да, и вправду странно. Там сиреноголовый! Серьезно? Так кот, получается, пошел к нему? Ага. Зачем? Не знаю. Thank you.
Они там сражаются! Я тоже хочу посмотреть! Кажется, сиреноголовый боится кота. Кажется, мне пришла смс-ка. Что там? Снова пишет Варя. Что пишет? Чтобы мы немедленно вернулись в дом. На этот раз я ей верю. Полезли. Согласен. Побежали, посмотрим в окно, есть ли там еще сиреноголовый с картункетом. Побежали! Там уже никого нет. Может, попытаемся снова выйти? Не вздумайте идти на улицу. Что там? Кажется, она против, чтобы мы выходили из дома. Уже вечер, тут опасно оставаться на ночь. Согласен, нужно выбираться из этого дома и добраться домой. Мама нам поможет. Вы должны переночевать в этом доме. Смотри, что она пишет. Чего? Это же заброшка. Это же заброшка. Этот дом вас защитит. Пишет, что этот дом вас защитит. Спроси у нее, от чего? От чего? Сюда не сможет пробраться сиреноголовый. А как же Cartoon Cat? Спроси у нее. Отправить. Cartoon Cat, не бойтесь, он не тронет. Смотри! Ничего себе! Опять Варя! Быстро идите вниз. Может, она и права. Быстро! Пошли! Как-то жутковато. Согласна. Снова Варя пишет. Доверьтесь мне, спускайтесь быстро. Ну что, пошли? А вдруг тут кот прячется? Не бойся, Варя сказала, здесь мы в безопасности. Это Варя. Что она пишет? В угловой комнате есть кровать. Посмотрим, что там. Пойдем. О, тут и свет. Тоник. Снова он? Ангелина, ты помнишь, что мы его оставили наверху? Ну, оставили, и что? А то, что он не может ходить сам. Как он тут оказался? Варя же сказала то, что он нам нужен, так что перестань придираться. Давай лучше тут осмотримся. Давай, согласен. Иди посмотри, что я нашла. Что там? Вот, смотри.
Ничего себе находка! Что это? Это же самовар. Раньше в нем чай делали. А я какой-то чемодан нашел. Где ты видела чемодан? Вон там, в коридоре. Пойдем посмотрим. О, там какие-то вещи. Что случилось? Это же наши вещи. В этом чемодане патефон. А это брата вещи и мои. Не может быть! Ты же с 92-го года, а этим вещам лет 100. Пошли, я тебе расскажу. Это вещи моей бабушки. Мы часто с Сережей и моей бабушкой проводили светские вечера. Я надевала платье и колье, а Сережа дедушкин пиджак. Вот этот, что ли? Да, этот. Мы заваривали чай в самоваре и включали патефон. И танцевали вальс под старинные пластинки. Круто! Я тоже люблю проводить время со своей семьей. Мне идет? Класс, конечно, идет. О, подожди. Ты классно выглядишь. Потанцуем? Я не умею танцевать вальс. Я научу. Смотри. Раз, два, три, четыре. Этот ваш вальс. Ну, для первого раза тебе неплохо получилось. Уже поздно. Я уже и кушать хочу. У меня было немного сладостей с собой в рюкзаке. О, давай чай сделаем. Где ты кипяток возьмешь? Бабулин самовар растоплю. Ого, думаешь, эта штука еще работает? Конечно. Круто! Никогда не пил чай из самовара. Мы любили такие чаепития с бабушкой. Она нам рассказывала истории про ученого и секретные лаборатории. Ничего себе! Крутая у тебя бабушка. Угу. Это же она мне Толика пошила. Ой, Толик! Не поняла. Толик снова исчез. Значит, скоро здесь появится Cartoon Cat. Бояться нечего. Идите спать. Жутко это все. Как она это все знает? Не медлите. Идите спать. Утром все станет ясно. Ну ты иди спать на кровать, а я тут на досках побуду. Хорошо. Thank you.
Сережа, Сереж, ты слышишь? Что случилось, Ангелин? Там наверху кто-то есть. Я слышала шум. Юля? Вы кто такие? Это закрытое здание, вам нельзя тут находиться. Мам, ты что, не помнишь меня? Я твой сын. Не придумывай, мальчик. Мой сын уже взрослый, у него у самого уже есть дети. Мам, это же я, твой сын, Сережа, помнишь? Ты меня к папе отправила документы отнести. Когда это было? И вообще... Откуда бы ты все это знаешь? Так, все, хватит. Пошлите, я вас отсюда выведу. Нет! Мам, ну не выгоняй нас! Давайте, давайте. Пошлите, пошлите, на выход, на выход. Как вы вообще тут оказались? Ну послушайте нас! Мам, ты делаешь ошибку! Какая я тебе мама? Я уже бабушка! Бежим! Мам! Господи, неужели это опять происходит? Что снова происходит? Этого кота уже много лет никто не видел. А что, он был тут раньше? Да, в 2021 году, когда мой сын Сережа пошел на стройку к папе. Что? А какой сейчас год? 2045. Я не поняла, что за вопрос? Вы что, в школу не ходите? Тетя Юля, вы помните меня? Я Ангелина. Вы меня, Сережа, нашли в лесу 24 года назад. Как? Ты же вернулась домой, я это видела. Вообще-то я и была дома. Да, мам, это все из-за меня. Я не послушал тебя и взял тогда рацию с собой. Боже мой, ты и правда мой сын? И Ангелина! Так вот, что произошло тогда в тот день. Что произошло? В какой день? На стройке тогда появился этот огромный кот и сиреноголовый. И все строители тогда сбежали с работы. И что, кто-то пострадал? Нет, таинственным образом они оба исчезли. И до сегодняшнего дня я никого из них не видела. Странно. Как же это у нас получилось тогда? Самое интересное, что ты никуда не исчезал тогда. Я попросила отдать документы, и ты их отдал. И вернулся домой. Значит, я просто потерялся во времени сейчас, как и Ангелина. Вот почему никто ничего не помнит. Мы как исчезли, так и появились снова. В то же время, где и были. Да, и никто ничего не заметил. Там кто-то идет. Спрячемся. Это чудище нас преследует. Ну, шаги на картонке это не похоже. Ага, и звуков нет. Бабушка! Бабушка? Я даже не замужем еще. Нет, Ангелин, ты моя бабушка из прошлого. Варя, что ты тут делаешь? Тебе мама строго-настрого запретила сюда ходить. Ну, бабушка! Варя! Бабушка? Что?
Так что получается, что Варя моя внучка? Да. Так вот откуда она все знала и писала нам подсказки. Мне бабушка все рассказала и даже записала мне в блокнотик, когда и в какое время что писать. Ха, а я умная. Ха, да уж, эта старая карга давно из ума выжила. Вообще-то эта старая карга сейчас сидит и это все слышит. Ой, а я это вслух сказала, прости. Бабушки, ну хватит вам ссориться. Через 15 минут тут уже будет сиреноголовый. Я вам должна все рассказать. Смотрите! Через 15 минут? Ой, перепутала. Бежи! Что ему нужно? Рации Ангелины и Сережи. Знакомый звук. Не бойтесь, он нас не тронет. Почему он ушел? Твой Толик это и есть картон Кэт. А я говорил. Но бабушка его пошила, чтобы он оберегал Ангелину. Он не опасен. А я говорила. Стоп, а от чего должен меня защитить картон Кэт? От сиреноголового. Пошли, покажу. Смотри. Я не пойму, зачем сиреноголовому рации? Мой прадедушка работал в лаборатории СКП. Мой папа? Да, и эти рации он взял там. Они работают как машина времени. Так вот что произошло. Они работают только вместе и только с драгоценным металлом. Так вот зачем Ангелинин папа передал ей тогда золотое украшение. Зачем эти рации сиреноголовому? Они нужны всем СКП. Почему они сейчас не сработали? Сработали. Только нужно осмотреться. Сережа, Варя, Ангелина, иди сюда! Смотрите, вон! Просто портал появляется в разных местах. Его не всегда видно. Точно! Я не заметила, как я перенеслась во времени. И я! Нужно поспешить! Вам нужно домой! Пошлите через пожарную лестницу! Согласна, пошли! Эх, ну что ж, Ангелин, нам пора прощаться. Пока. Теперь твоя очередь, бабушка. Круто, что у меня в будущем будет такая классная внучка. Стоп! А как же сиреноголовый и кот? Сиреноголовый вернется в логово, если не будет рации. А кот? А кот ждет тебя в твоем времени. Береги его, он тебя защитит. Ну все, мне пора. Надо быстро донести документы папе.